У вас даже майки одного цвета. Все, я тебя сфотографировал. Андрей, становись вот сюда. Смотри, у меня список из 100 артистов. Тут знаменитости. Леха там вообще первый идет. Ты тоже там есть. Назови сейчас любое число любое от 1 до 100. Нет, ты скажи число любое. Да, я тебе открою список. 33. Я открываю список. Вслух только не читай, хорошо? Запомни 33-го человека. Запомнил? Скажи, все 100 человек, все разные, правильно? Все разные. Список из 100 человек. Посмотри сейчас из трусу в глаза. Посмотрите, не ставьте так, чтобы все видели, что поменьше видишь. Я смотрю в глаза. Про себя произнеси имя и фамилию человека, которого ты выбрал из списка из 100 человек. Про себя. Сколько хочешь. Только губами не шевели. Все. Так, Эльбрус, с тобой. Я протру палец. Аккуратно поставлю палец тебе вот так на лоб. Ты сейчас своими пальцами крепко-крепко закроешь уши. Так. Крепко. И что? И глаза закрой. Крепко-крепко. Открывай уши, глаза. Ты сейчас слышал какой-нибудь голос? Конечно. Это был мужской или женский голос? Это был мой голос. Это мужской голос. Посмотри, пожалуйста, внимательно, кто мог тебе говорить сейчас? Лёха мог говорить? Слушай, ну как будто из какого-то радиоприёмника кто-то. Радиоприёмник. Да. Хорошо. Так, вообще, я не могу идентифицировать, да. Смотрите, вдвоем. Теперь вставай, можешь перестать. И вдвоем. Смотрите, вот туда в телефоны. На счет 3 ты скажешь человека, которого ты выбрал из списка из 100 человек, а ты скажешь человека, которого тебе сказал какой-то голос. На счет 3, ребята. 1, 2, 3. Михаил Галустян. Да ну нахер. Вот я же видел, в зале была полная тишина. Мне кто-то в ухо это сказал. Психиатром в студию. Все, психиатром. Психиатром.